Тот казав. Що? Дяка. Каза дяка. Каза дяка, нормальна ігра. Давай поіграємо. Ха, помимовим. Хороша ігра. Каза дяка. Веселая игра, в которую могут играть от 2 до 7 человек. В процессе игры участники собирают карточки с изображением монстриков. Почетное звание победителя получает тот, кто первым соберет 12 штук. Следует помнить, что все участники игры должны уметь читать, так как прежде чем забрать себе монстрика, участник должен громко прокричать его имя. Очередности ходов данная игра не имеет, и поэтому при каждом подбрасывании кубиков удача может улыбнуться любому, что добавляет интригу и азарт.